Morning, Россия! Доброе утро! Назначенный день и час наступил. Герои проекта «По соседству» один за другим подходят к месту общего сбора. Ну что, пора познакомиться поближе. Томас из народа Ндебели. Его родина – Зимбабве. Я студент в ИШКТУ, учусь на машиностроении. Томас, у тебя есть увлечение, хобби? Чем ты занимаешься, кроме учебы? Хобби? Ну, я люблю читать стихи, читать про бизнес, еще играть в футбол. Wethando, wethando, mfana kamangende. Wethando, mfana kamzilikazi. Uyabakhulula laba babotshiweyo. Wethando, uyamangalisa. Wethando, siyabunqoba. По Томасу, кстати, вопросов у жюри не было. Из-за него и получился неожиданный перебор по героям. Вместо троих взяли четверых, а вот по остальным споры были нешуточные. Я прям запомнила. Расту, Матвей, Илья и Маша. У меня девочек три. Это Маша, Айгуль и Сандук. Она, конечно, традиции не знает. Но она ничего не знает. Да. Ну, Сандук-то не знает традиции. Здравствуйте, меня зовут Сандук Матевасян. Мне 25 лет, я армянка, я работаю в музыкальной школе и преподаю вокал. Нравится музыка удмуртская, вот, да, и хочу научиться, хочу, чтобы меня научили. Вот, я знаю одну, но потом там спою, если я пройду, вот. Кыш пулен чужек тем, куариосис, бергасаву велен, вашкези. Ну что, давайте примем решение. Сандук берем? Да. Давайте берем сандук. То есть нужно два мальчика, две девочки и нужно четыре разных национальности. Может, по персонам пойдем? Расул, да? Это азербайджанец. Да. Все за? Да. Ну, подождите, давайте, знаете, какую это точку посмотрим? Всегда. Смотрите, давайте с точки зрения картинки. Вот Томас научит играть в футбол, допустим. Сандук, чему нас будет учить? Петь. Петь. Она такая прям, ну, она певица. Петь, футбол. Расул, что будет играть нам делать? Расул, веселить. Меня зовут Расул, мне 20 лет, я студент УДГУ, учусь на втором курсе. Я азербайджанец. Так, сейчас я занимаюсь стендапом, и в неделю два раза у нас проходят открытые микрофоны в Ижевске, куда люди просто приходят, нас там ребят 5-6, мы выходим, придумываем шутки, шутим. Да, это бывает смешно, конечно, не всегда, потому что очень сложно держаться в форме два раза в неделю. Если действительно как стендап, вот это вот что-то новое может быть. Это не пока. С другой стороны, если мы убираем Расула и заводим Илью и Машу, у нас получается два руза. Да. Маша либо Илья. Мне не надо сахарную вату, не надо его. Мне надо. Это мое личное. Понимаете, это мое личное мнение. Я вот смотрю, вот я смотрю шоу, да? И вот из всех вот этих ребят, которые вот там, он мне нравится больше всех внешне. Мне Илья или Маша, то Маша. Мне она показалась очень такой. Эмоционально разносторонний, с правильной речью, что немаловажно, мне кажется. Ну все, тогда пишем Машу. Мне Маша не нравится. Зовут меня Мария Родионова, мне 24 года. Я работаю журналистом. Я увлекаюсь танцами, я рисую, я читаю, пишу. Вот, наверное, это основное. Ну так, рисую себя. Но сбежать в деревню – это было всегда моей мечтой. Особенно, когда ты сидишь в офисе и просто еще когда лето, не как сейчас, а жарко, нет кондиционера, думаешь, сейчас бы в поле просто побегать, как лошадь. Тоже очень хорошо, если еще реветь будет. Да, это полезно. Да, это тоже заведет. Ты кажется, что она все может. То есть вы обещаете, что все заведут? Нет, просто если поставить такую цель. А ведь Елена Рудницкая, главная по культуре в Шарканском районе, как в воду глядела. Слезы у девушек будут, но мы отвлеклись. Да, я могу.
Впереди дорога 85 километров, полтора часа в пути. Да. Мне кажется, мы сейчас задохнем. Курица. Где курица? Я не знаю, что это. Да, Маша, запахи будут, и они будут разными. Это верный стресс для ранимой творческой души. У Маши потрясающий мозг картины – розовый верблюд с крыльями, медведь с ребенком. Как предполагает сама, в момент рождения именно этих картин была на одной волне с Ницше. Он говорит о том, что дух сначала должен стать выносливым, как верблюд, вот что, наверное, ему предстоит. Затем превратиться в льва, чтобы отстоять свою свободу, а потом стать ребенком, чтобы чтобы создать свои ценности. Я не думаю, что я там буду крылатых верблюдов рисовать. Может быть, это будет что-то абстрактное, чтобы каждый увидел что-то свое. Большую часть места в чемодане заняла любимая пижама. Пижама – единственный ее каприз. Остальное подобрано на все случаи деревенской жизни. Не забыла даже перчатки. Скачала удмуртско-русский разговорник. Так, вот хорошее. Желаю вам доброго здоровья и долгих лет жизни. Сизиська тиелды юнта залык, но кима арьёс чуже улон. Она даже ознакомилась с инструкцией, внимание, по доению коров. Ну, у меня очень хорошее предчувствие, мне кажется, это прям такая, может быть, армия для меня будет, такая небольшая дисциплина. Деревня равно армия. С такой установкой отправляется в старые беги и Расул. Он признался, давно мечтал хотя бы на время сбежать от опеки мамы и сестер. Расулчик, ты забыл самое главное. Как же я, врач, твоя сестра, могла забыть про аптечку? Тебе нужно обязательно взять бинт. Бинт, йод с зеленкой, средство от насморка, кашля, таблетки от головной боли. Не аптечка, а полноценная аптека. Хочется иногда быть самостоятельным. Это не очень получается, когда тебя постоянно оберегают. Для самостоятельной жизни Расул собрал достаточно маленький рюкзак. Главное для него – блокноты с шутками и видеокамера. В его планах создать в деревне стендап-клуб и снимать деревенский колорит для личного блога «Когда я стану известным». Ни разу в деревне не жил 10 дней. Я все привык в городе, в комфорте. Я не знаю, чтобы мама постирала одежду, мама приготовила поесть, там мама то, мама все. Вот сейчас попробуем 10 дней без этого всего. Я боюсь, что ты просто не сможешь без чьей-либо помощи с утра проснуться самостоятельно. То есть ты не слышишь будильники, ты не обращаешь внимания на громкие звуки, и поэтому как ты думаешь, как ты с этим справишься вообще? А переживания сестры Расула оказались верными на все 100. Мы забегаем вперед, но все-таки скажем. Первую половину проекта будильником Расула стала съемочная группа. Разноголосая и часто не жалеющая крепких русских слов. Это проблема. На вашем привет. А? Привет. Ноль. Да. Нет. Ну, не переживайте. Я вас брючу. Окей? Как поцелуй? Да. Я, получается, Томас легко соглашается быть преподавателем ребят своего родного языка, языка ндебели. Обещает познакомить с африканскими танцами и музыкой. Первый мастер-класс на одной из остановок по маршруту Ижевск-Беги прошел на ура. Это похоже на шаманский ритуал. Да, да. Это ты кого-то... Да, классно! Мы можем танцевать на рассвете каждый день. Томас наверняка знал, какое впечатление могут произвести африканские танцы, поэтому подготовился. Для музыки. У нас будет африканская дискотека. Но, судя по другим вещам, которые Томас собирает для поездки в деревню, он не имеет даже малейшего представления, куда едет. Я тоже не знаю, какой деревню, какой тип деревни у вас. Там пыль есть. Ну, полепо. Значит, не надо костюм тогда.
Позже выяснилось, деревенскую жизнь, правда, африканский ее вариант, Тома знает. В хозяйстве бабушки несколько десятков коров и не меньшее количество другой живности. И Томас, если он, конечно, вернется на родину, за свою любимую финшелес должен будет отдать выкуп. Как вы думаете, какой? Конечно, стадо коров. Моя страна маленькая, богатая и красивая. И красивая. Один из лучших студентов ИЖГТУ признался, в деревне он боится одного – комаров. А вот у Сандух страхов, а потому вопросов намного больше. А корову там доить надо будет? Да? Я боюсь. И как-то это ведь какая-то там схема особая. А еще хотела спросить, у них туалет на улице? Множество вопросов и у отца Санды. Забрать дочь и увести в неизвестность на бесконечные 10 дней – это трагедия для сердца отца армянина. Потому логичны его жесткие пожелания к выбору принимающей семьи. И главное из них – поменьше мужчин. Где мужиков много, там тоже нет. Потому что все-таки, ну, заманывают, ну, могут заманывать. Ну, нет, я доверяю, конечно, она с пол... этого. Я так почувствую, если ей плохо, я долечу туда. Я думаю, что придется ей тут посмотреть. Я не представляю, как она там жить будет просто. Нормально мы же в деревне жили. В туалет на улице. Так тогда ты маленький был, горшок был у тебя, а сейчас ты. Туалет на улице пойдет, комары будут, наверное, много чего там. Это уже чемодан у тебя? Вот и так. Это столько, все? Нет, тут еще не все. Ну, я привезу тебе, но я знаю, что в день три раза переодевается. И еще один вопрос. Чем она будет питаться? Несмотря на обильно мясную армянскую кухню, Сандух – вегетарианка. Но, как оказалось, по этому поводу она переживает меньше всего. Я боюсь быть какой-то бесполезной. Приехала и тусуется тут просто. Вот. Я все-таки верю в лучшее. Что я смогу там что-то сделать доброе, что-то оставить хорошее. Да, вот чтобы обо мне и о моем народе в целом, скажем так, люди думали хорошо. За окнами автобуса показалась деревня Старые Быги. Это и есть конечный пункт маршрута и старт новым впечатлением. Пока сложно сказать, чем обернутся для ребят 10 дней деревенской жизни, потому что им сложно даже представить завтрашний день. Что это такое, расскажи, Маша? Я устала, подождите, полежу. Но никто и не говорил, что будет легко. Это все, конечно же, с подробностями мы покажем в следующей программе. И восторг Томаса. Какой красивый дом. Я бы хотел у нас в Быги, да? Да, это получается 5 звезд хотел. И знакомство Санды с неожиданными для нее последствиями. И зашкаливающие эмоции мамы Расула после его телефонного звонка. Да, конечно. Она говорит, все нормально, тебя хорошо покормили. Где ты живешь, с кем ты живешь, что происходит? Мы приедем, мы завтра приедем. Я говорю, вы че, куда приедете? Теперь все. Здесь мы ставим многоточие и ждем продолжения.